Здравствуйте, дорогие наши друзья! Снова у вас в гостях наша программа «Анекдоты от А до Я» от Валерия Астахова и Владимира Ямненко. Подписывайтесь, подписывайте своих друзей, родственников, знакомых, и тогда все будем смеяться и радоваться жизни. Жена звонит мужу, тот берет трубку, говорит: слушаю. Она говорит: дорогой, я после корпоратива не могу добраться домой. Приедь, забери меня. Он говорит: хорошо, ты где? На первом этаже возле лифта сижу. Внимание! Потерялась Ирка. Ушла в магазин за пивом и не вернулась. Нашедшему: верните пиво. Я вам скажу, знаете, секс в машине — неудобная штука. Ну, тут быльце мешает, тут окно, ногу нормально не вытянешь. И вот этот вопрос, передайте, пожалуйста, на билетик, вообще сбивает. Жена говорит мужу: Жора, ты вообще меня слушаешь когда-нибудь? Слушаю. Да? Ну и о чем я сейчас говорила? Ну, как всегда, о какой-то своей бабской херне. Ну ладно, на этот раз тебе повезло. Блин, надо к Вадику на днюху сходить. 40 лет все-таки. Не знаю даже, что ему подарить. Что подарить? Человеку 40 лет. А чем он занимается? Чем он занимается? Ничем не занимается. Дурью мается. О, так дури подари. Галя, а что ты подарила своему мужу на день рождения? Ну, что можно подарить человеку, у которого есть я? Ну, разве что валерьянку. Муж приходит домой такой разъяренный, говорит: задолбали уже, задолбали, понимаешь, вот эта паника с этим коронавирусом, так вот так уже достали с этой коронавирусом. Жена говорит: слушай, дорогой, а может купим на всякий случай макарон, там, тушенку? Он так поворачивается, говорит: я не понял, на какой-то крайний случай? Говорит: ну, на тот случай, когда нам вдруг захочется макарон с тушенкой. Я вам так скажу, и поверьте моему многолетнему жизненному опыту, спорить с женщиной бесполезно. Ну, ты либо не прав, либо не даст. Вот и все. Ну, знаешь, Валерчик, странная штука. Жена постоянно спрашивает: что будешь на ужин? Я, блядь, никогда не угадываю. Ну, Галка, рассказывай, как прошло твое первое свидание? Ну, представляешь, он спросил меня: где же ты пропадала все это время, мое счастье? Ну, а ты что? А что я? Я расплакалась. От чего? Да потому что вспомнила, в каких охерительных местах я пропадала. Знаешь, Валерчик, давно не заходил в соцсети, ну, в эти, Facebook. И тут захожу, оказывается, у меня в друзьях столько вирусологов. Раньше-то были нормальные политологи. Светка, че ревешь-то, а? Да понимаешь, для хорошего вина нужна здоровая печень. А для хорошего секса нужен настоящий мужчина. А для новой шмотки нужна хорошая фигура. Все, все, ни единого шанса, блядь, ни единого. Прикинь, читаю объявление. Продам почти новый гроб. Есть несколько царапин. Ну и тени видно, они изнутри.
По улице идет блондинка, а из блузки торчит одна грудь. Мужчина подходит к ней и говорит: вы знаете, это, конечно, очень приятно видеть, но у вас одна грудь вывалилась. Она: эй, ёпта, ребенка в автобусе забыла. Объявление. Меняю белого коня на любого другой масти. Заебали. Подпись «Принц». Колян, а ты не знаешь, где Вася? Что-то я его давно не видел. Понимаешь, тут вот какая история. Вася у себя в шкафу посадил коноплю. Ну, что ну? Конопля выросла и посадила Васю. Маленький мальчик подходит к папе и говорит: пап, папа, откуда я взялся на свет? Он говорит: ну, сынок, понимаешь, как и все мы, нас создал Бог. Бог? А мама сказала, что мы произошли от обезьяны. Ну, сынок, это мама тебе о своих родственниках рассказывала, а я тебе о своих. Софья Марковна, здравствуйте. Здравствуйте. Как там ваша доченька Розочка? Ой, что вам сказать. Вы знаете, Додик вчера таки сделал ей предложение. А что Розочка? О, Розочка от счастья была на 7-м месяце. Знаешь, дорогая Валечка, если твой муж, то есть я, 4 раза сходит налево, то по законам геометрии он вернется опять к тебе. Понимаешь? Да, конечно, понимаю. Получается, если я 4 раза схожу налево, то я по законам геометрии... Тихо. Ты нет. Ты вернешься к маме. Ковбой приехал в Израиль, зашел в бар, ну и по привычке крикнул: «Всем виски за мой счет!» И вдруг все посетители разбежались. Он обращается к бармену, говорит: «Простите, а что я не так сделал?» «Ой, не волнуйтесь, все в порядке, это они за родственниками». Дорогой, что? Ну что, познакомилась я с твоей любовницей. Да? И что? Ну, что я могу сказать? Это не измена. Да? Это подвиг. Ну, а на сегодня все. Еще раз напоминаю вам о подписке. Нажимайте на колокольчик. До скорой встречи.